Меня зовут Инна, я представляю компанию Электромотор. В этом видеоролике я расскажу вам, как подобрать аккумулятор Deo Matiz. У вас есть два варианта. Не полениться и заглянуть под капот вашего автомобиля и переписать маркировку старого аккумулятора. Или же второй вариант – написать строки для комментариев под видео. Вот здесь вот ваш запрос, и менеджер обязательно с вами свяжется. Укажите марку автомобиля, код выпуска и объем двигателя. К автомобилю Deo Matiz вам подойдут аккумуляторы емкостью от 40 до 45 ампер-часов. Плюсовая клемма находится слева. Клеммы дальние, узкие. В свою очередь вы можете сами определить емкость аккумулятора в зависимости от количества электроники в вашем автомобиле. Для того, чтобы правильно определить полярность аккумулятора, разверните аккумулятор клеммами ближе к себе. И посмотрите, с какой стороны расположена плюсовая клемма. Если плюсовая клемма расположена справа, это европолярность. Если плюсовая клемма расположена слева, это прямая полярность. В данном примере вам представлен аккумулятор с европолярностью. Плюсовая клемма находится справа. Компания «Электромотор» предлагает вам любые марки автомобильных аккумуляторов. Самые популярные на рынке Украины – это Ишта, Варта и Бош. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Телефон в Киеве